Приветствую всех на своем канале. Предлагаю вам сегодня рецепт самых вкусных сырников по версии моего канала. Если вы еще не подписаны на мой канал, то подписывайтесь, ставьте лайки и пишите любые комментарии под видео. Для приготовления нам понадобится творог, яйцо, сахарный песок, мука, сливочное масло для обжарки сырников, сметана 20% жирности. Замесим тесто. В миску выкладываем творог. К нему добавляем яйцо. Высыпаем сахар и добавляем сметану. Все перемешиваем. А дальше есть два варианта: либо взбивать миксером или блендером, либо протереть полученную массу через сито. Я взбиваю всегда миксером. Постепенно вводим муку. Я никогда точно не указываю, сколько необходимо муки. Нужно смотреть по консистенции теста. Формируем из готового теста сырники и выкладываем их на доску, обильно посыпанную мукой. Ставим сковороду на плиту, разогреваем ее, выкладываем сливочное масло и наши сырники. Слегка обжариваем с двух сторон до золотистой корочки. Затем нам нужно довести их до готовности в духовке. Берем противень, застилаем его пергаментом. Выкладываем сырники и ставим в предварительно нагретую духовку до 180 градусов на 5-7 минут. Сырники готовы. Подавать их можно со сметаной. Посыпаем сырники сахарной пудрой и подаем к столу. Если вам понравилось это видео и рецепт, не забудьте поставить лайк и подписаться на канал. Пишите, комментируйте и высказывайте свое мнение. Это очень важно для меня и для продвижения канала. Приятного вам аппетита!